Мария Шукшина. Глупа, как пробка. Ой, надо мной вот там издеваются там на этих федеральных каналах. Ну, конечно, больно. Молчи и смирись! В отличие от простого населения России, доходы этих людей растут ежегодно. Их поступки часто говорят об этих людях даже больше, чем нужно. Их жажда наживы просто немыслима. Казалось бы, что после продажи своей родины, народа и семьи они уже не остановятся ни перед чем. Хотя нет. Если можно заработать еще, ставки, естественно, повышаются. Актриса Мария Шукшина отомстила российским пропагандистам. Она привлекла внимание общественности к одному очень интересному документу. Придется отвечать за все. Отвечать всем ныне живущим за все, что происходит. Шукшина известна своими неоднозначными высказываниями. Несколько раз выступала с критикой телевидения. И теперь снова взбудоражила своих подписчиков в соцсетях сообщением о крупных выплатах известным телевизионным персонам. В своем телеграм-канале актриса опубликовала приказ от 8 июня по ВГТРК за подписью центрального директора Олега Добродеева о выплате единоразовых премий в честь Дня России ряду сотрудников. Как отмечается в документе, премии выплачиваются за верность профессии и родине. Документ оказался в сети в общем доступе и вызвал гнев актрисы. Она не стала проходить мимо и привлекла к нему максимальное внимание. Судя по нему, Дмитрий Киселев, Антон Златопольский и Андрей Кондрашов получили по 2 миллиона рублей. Случилось трагичное стечение случайных обстоятельств. По 1 миллиону, как можно понять из этой публикации, получили Анастасия Попова, Ольга Скобеева, Мария Ситтель и Евгений Рожков. Ольга, сливной бачок. Я вообще не согласна с этим. Закрой свой сливной бачок, ну алло. Сама Шукшина никаких комментариев не оставила. А вот пользователи сетей крайне возмутил данный документ. Отметим, что после начала так называемой спецоперации программы телеканалов сильно изменились. Теперь же пропаганда в уши россиян льется практически круглосуточно. Все участники нашего рейтинга мечтали бы скрыть свои доходы, полученные от своей пропагандистской работы. Ведь они прекрасно понимают, что время их вождей закончится, и вместе с Кремлем падут и они. Но даже этот факт их перестает пугать, когда на горизонте появляются деньги.